В Чистополе открылся новый офис компании под оригинальным названием «Вот такие окна». И многочисленные воздушные шары и громкие звуки музыки не случайно привлекли к себе внимание горожан. Мы предлагаем окна из профильных систем лидирующих компаний. Рынок светопрозрачных конструкций немецких производителей, таких как Рехау и Века. Данные оконные конструкции в вашем городе представлены не были из данных профилей. Но мы продаем не просто окна, мы продаем комплекс услуг, сопутствующие товары, гарантийное обслуживание, последующий сервис. Компания «Вот такие окна» существует на рынке светопрозрачных конструкций вот уже более 7 лет, охватывая как территорию Республики Татарстан, так и соседние с ней области и республики. За время своей деятельности на этом рынке предприятие добилось немалых успехов, о чем свидетельствуют и многочисленные дипломы, грамоты и сертификаты. Например, буквально в прошлом году компания «Вот такие окна» в очередной раз стала лауреатом премии «Лучшее предприятие России», потому как компания может предложить своему клиенту не только доступные цены, лучшие отечественной и иностранной профильной системы, но и качественную немецкую фурнитуру, высокопрофессиональную работу специалистов и бесплатное гарантийное обслуживание. И только что открывшийся офис компании уже заинтересовал чистопольцев. Здравствуйте! Здравствуйте! Проходите, присаживайтесь. Вы окна хотите поменять? Да, вот услышала рекламу. 50% скидка. Да, акции у вас хорошие, говорят. Да. Качество хорошее, вот хочу поменять окна. Сотрудники компании «Вот такие окна» очень внимательны каждому клиенту и в любой момент готовы дать самую квалифицированную консультацию. Мы работаем с двумя профилями, это Рехау и Века. Есть пятикамерный профиль, то есть, скорее всего, вам нужно поставить именно такой, в три стекла, потому что шумно у вас очень, если проезжая часть. Для теплоизоляции нужен профиль 70 мм. Пакеты с энергосбережением, то есть там идет напыление серебром, которое отталкивает тепло обратно в квартиру, за счет этого идет экономия, то есть расходы на отопление. То есть, соответственно, если это свой дом, квартира, то есть нужно какие-то обогреватели специально включать. Летом также это частично спасает от жары. По стоимости они сильно отличаются? Нет, там цена совсем буквально минимальная. Повышение цены на стеклопакет. Важным этапом в установке приобретенного пластикового окна является монтаж, ведь даже небольшая ошибка в его технологии может привести к нежелательным последствиям, например, к промерзанию оконного проема зимой или запотеванию летом, а возможно и того хуже – появлению плесени в комнате. Однако об этом клиентам компании «Вот такие окна», по словам ее сотрудников, переживать не стоит. Предприятие позаботилось о том, чтобы у него работали конструкторы-профессионалы с необходимым опытом работы, мастера монтажа, досконально знающие специфику своего дела. Горожан отделяет всего лишь 4 шага от установки современных окон у себя дома. Это звонок, замер, договор и монтаж. Очень много я услышала отзывов. Во-первых, реклама была. Потом они очень давно уже работают. Давно работают. Потом, ну, надежность, качество. А потом и цены устраивают. А сегодня и скидка большая. Это тоже плюс. Компания «Вот такие окна» дорожит каждым своим клиентам и потому заботится и о тех, кто не может позволить себе сразу выкупить пластиковые окна. Сотрудники предприятия могут предложить кредиты, рассрочки на выгодных условиях, а также круглогодичные акции. Например, в честь открытия нового офиса в нашем городе до конца апреля действует 50% скидка. Всю интересующую информацию о компании, последних новостях и действующих акциях можно узнать, позвонив по телефону или побывав на официальном сайте компании www.вот.такиеокна.ру. Адрес офиса: улица Карла Маркса, дом 23А.